саженцы дёрена, свидины, кроваво-красного Винтер Бьюти образуют куст с необычными красно-оранжевыми ветвями, которые остаются декоративными даже зимой. К другим особенностям сорта можно отнести раскидистую густую крону, нетребовательность к почвам, хорошая переносимость неблагоприятных условий. Крупномеры лучше всего развиваются на влажных плодородных садовых почвах. Кустарник достаточно зимостоек и прекрасен в зимних композициях с вечнозелеными растениями. Дёрен кроваво-красный Винтер Бьюти может использоваться для одиночных посадок и создания живых изгородей. Дёрен кроваво-красный Винтер Бьюти — это кустарники высотой от 150 до 170 см, диаметром 100 см. Цветет растение в месяц май, июнь. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.